Провязав до макушки, складываем резинку и будем мерять нашу шапочку. Меряем от спицы и до сгиба резинки. У меня получилось 17 сантиметров. Дальше будем делать убавки, будем вывязывать макушку. До макушки я провязала 3 полных рапорта и 6 рядов 4 рапорта. Сейчас по схеме у нас идет 7 ряд. И с этого ряда мы начнем делать убавки. У нас в рапорте 18 петель. Мы будем делать убавку в конце каждого рапорта. Провязываем 16 лицевых петель, затем делаем убавку. Первая петелька, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая петля, 12, 13, 14, 15, 16. А дальше будем делать убавку. Две следующие петли нам нужно провязать вместе лицевой. Вяжем 2 петли вместе лицевой за переднюю стеночку с наклоном вправо. И мы связали раппорт нашего узора. Затем повторяем сначала. 16 лицевых петель и убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой за переднюю стеночку с наклоном вправо. И мы связали еще один раппорт. Теперь у нас в раппорте не 18 петель, а 17. Итак, повторяя этот раппорт, вяжем до конца 7 ряда. Всего в ряду мы сделаем 11 убавок, так как у нас 11 раппортов узора коса. Довязываем 7 ряд до маркера. Довязав 7 ряд и сделав в ряду 11 убавок, у нас сейчас на спицах 187 петель. Вяжем следующий 8 ряд. 8 ряд будем вязать без убавок. Провязываем все лицевые петли. Лицевые вяжем за переднюю стеночку. Итак, лицевыми петлями вяжем до конца 8 ряда. 9 ряд. В этом ряду будем делать по одной убавке в каждом раппорте узора коса. Приступаем к вязанию. Вяжем 15 лицевых петель, затем делаем убавку. Первая петелька, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая петля, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая и пятнадцатая петля. А дальше делаем убавку. Две следующие петли провязываем вместе лицевой за переднюю стеночку с наклоном вправо. И мы связали первый раппорт. Затем повторяем раппорт сначала. 15 лицевых и убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Следующие 2 петли нам нужно провязать вместе лицевой с наклоном вправо. Вяжем 2 петельки вместе лицевой за переднюю стеночку. И мы связали еще один раппорт. Итак, повторяя этот раппорт, будем вязать до конца 9 ряда. Теперь у нас в раппорте по 16 петель. Довязываем 9 круговой ряд. Довязав 9 ряд и сделав 11 убавок в ряду, у нас на спицах осталось 176 петель. Вяжем следующий 10 ряд. 10 ряд будем вязать без убавок, все лицевые петли. Все петельки с левой спицы провязываем лицевыми за переднюю стеночку. Итак, лицевыми петлями будем вязать до конца 10 кругового ряда. 11 ряд. Для этого ряда нам нужна будет дополнительная спица. Мы будем перекрещать петельки. И в этом ряду в каждом раппорте мы сделаем по одной убавке. Приступаем к вязанию.
провязываем 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Следующие 6 петель снимаем на дополнительную спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И оставляем их за работой. Опять следующих петель с левой спицы провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Затем возвращаем петельки с дополнительной спицы обратно на левую спицу. 3, 4, 5, 6. И первые две петли нам нужно провязать вместе лицевой за переднюю стенку с наклоном вправо. И мы сделали убавку. И у нас осталось еще 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. И мы связали раппорт нашего узора. Провязав раппорт и сделав убавку, у нас сейчас в раппорте 15 петель. Затем повторяем раппорт сначала. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Следующие 6 петель снимаем на дополнительную спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И оставляем их за работой. Опять следующих петель с левой спицы провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Затем возвращаем петельки с дополнительной спицы обратно на левую спицу. И будем делать убавку. Первые две петельки нам нужно будет провязать вместе лицевой за переднюю стеночку. Провязываем 2 петли вместе лицевой. Таким образом мы сделали убавку в раппорте. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И мы связали еще один раппорт. Итак, повторяя этот раппорт, будем вязать до конца 11 ряда. Делаем по одной убавке в каждом раппорте. Провязав 11 ряд и сделав 11 убавок в ряду, у нас сейчас на спицах осталось 165 петель. Вяжем следующий 12 ряд. 12 ряд вяжем без убавок, все лицевые петли. Итак, лицевыми петлями вяжем до конца 12 ряда. Провязав 12 ряд, мы связали весь раппорт узора. Дальше будем вязать узор, повторяя с первого ряда. И для удобства мы перейдем на носковые спицы такого же диаметра. Вяжем первый ряд нашего узора. И в этом же ряду будем делать по одной убавке в каждом раппорте. Будем делать убавку в начале раппорта. Первые две петли нам нужно провязать вместе лицевой с наклоном влево. Снимаем 2 петельки с левой спицы, разворачиваем их и провязываем 2 петли вместе лицевой за заднюю стеночку. И мы сделали убавку в начале раппорта. Дальше вяжем 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И мы связали раппорт нашего узора. Затем повторяем сначала. В начале раппорта делаем убавку, снимаем 2 петельки, разворачиваем и провязываем их вместе лицевой за заднюю стенку с наклоном влево. 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И мы связали еще один раппорт. Итак, повторяя этот раппорт, вяжем до конца кругового ряда и переходим на носковые спицы. У нас сейчас в каждом раппорте по 14 петель.
Довязав круговой ряд, у нас теперь в каждом рапорте по 14 петель. Всего на спицах у меня осталось 154 петли. Вяжем следующий ряд. По схеме нашего узора это будет второй ряд. Провязываем все лицевые петли. Этот ряд вяжем без убавок. Все петельки провязываем лицевыми. Лицевые вяжем за переднюю стеночку. И так лицевыми петлями будем вязать до конца кругового ряда. Провязав второй ряд, по схеме нашего узора вяжем третий ряд. В этом ряду будем делать в каждом рапорте по одной убавке в начале ряда. Нам нужно первые две петли провязать вместе лицевой с наклоном влево. Разворачиваем две петельки и провязываем их вместе лицевой за заднюю стеночку. И мы сделали одну убавку в начале рапорта. Дальше вяжем 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И мы связали рапорт нашего узора. Затем повторяем. В следующем рапорте также в начале рапорта делаем убавку. Снимаем первую, вторую петлю, разворачиваем их и провязываем две петли вместе лицевой за заднюю стеночку. Таким образом мы делаем убавку в начале рапорта. 12 лицевых. Лицевые вяжем за переднюю стенку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И мы связали еще один рапорт. Итак, повторяя этот рапорт, будем вязать до конца третьего кругового ряда. Теперь у нас в каждом рапорте будет по 13 петель. Довязываем ряд до конца. Довязав третий круговой ряд и сделав по одной убавке в каждом рапорте, у нас сейчас на спицах осталось 143 петли. Вяжем следующий четвертый ряд. Четвертый ряд вяжем без убавок. Провязываем все лицевые петли. Лицевые петельки провязываем за переднюю стеночку. Итак, лицевыми петлями будем вязать до конца четвертого ряда. По кругу у нас 143 петли. Довязываем четвертый круговой ряд. Пятый ряд. Для вязания этого ряда нам понадобится дополнительная спица. И в этом ряду мы сделаем по одной убавке в каждом рапорте. Приступаем к вязанию пятого ряда. Снимаем 4 первые петли на дополнительную спицу. 1, 2, 3, 4. И оставляем их перед работой. А дальше будем провязывать петельки с левой спицы. Первые 2 петли с левой спицы нам нужно провязать вместе лицевой. Вяжем их вместе лицевой за переднюю стеночку, делаем убавку. Три лицевые. 1, 2, 3. Затем возвращаем петельки с дополнительной спицы обратно на левую спицу. 1, 2, 3, 4. И провязываем их лицевыми петлями за переднюю стеночку. Вяжем все лицевые. 1, 2, 3, 4. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И мы связали рапорт нашего узора. Сейчас у нас в рапорте 12 петель. Мы еще сделали одну убавку. Дальше вяжем, повторяя этот рапорт. Снимаем 4 петли на дополнительную спицу. 1, 2, 3, 4. И оставляем их перед работой. Дальше с левой спицы провязываем петельки. Делаем убавку. Первые 2 петли провязываем вместе лицевой за переднюю стеночку. С наклоном вправо. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Получается у нас убавка и 3 лицевые. Всего провязано 4 петли.
не считая ту, которую мы убавили. Дальше возвращаем петельки с дополнительной спицы обратно на левую спицу и провязываем их лицевыми петлями. Лицевые вяжем за переднюю стеночку. 1, 2, 3, 4 и 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И мы связали еще один раппорт. Итак, повторяя этот раппорт, будем вязать до конца пятого ряда. Делаем по одной убавке в каждом раппорте косы. Довязав пятый ряд и сделав 11 убавок, у нас осталось на спицах 132 петли. Вяжем следующий шестой ряд. Шестой ряд вяжем без убавок. Провязываем все лицевые петли. Лицевые петельки вяжем за переднюю стеночку. Итак, лицевыми петлями вяжем до конца шестого ряда. По кругу у нас 132 петли. Седьмой ряд. В этом ряду будем делать убавки. Провязываем 10 лицевых петель, затем делаем убавку. Лицевые вяжем за переднюю стеночку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше делаем убавку. Две следующие петли нам нужно провязать вместе лицевой с наклоном вправо. Вяжем 2 петельки вместе лицевой за переднюю стеночку. И мы связали раппорт нашего узора. У нас сейчас в раппорте уже по 11 петель после этого ряда. Вяжем 10 лицевых, убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующие две петли нам нужно провязать вместе лицевой с наклоном вправо. Вяжем 2 петельки вместе лицевой за переднюю стеночку, делаем убавку. И мы связали еще один раппорт. Итак, повторяя этот раппорт, вяжем до конца седьмого ряда. Довязав седьмой круговой ряд, у нас на спицах осталось 121 петля. Вяжем следующий восьмой ряд. В этом ряду убавки не делаем, провязываем все петельки лицевыми. Лицевые вяжем за переднюю стеночку. Итак, лицевыми петлями вяжем до конца восьмого ряда. Девятый ряд. Делаем убавку в начале раппорта. Провязываем первые две петли вместе лицевой за заднюю стеночку. Снимаем две петельки, разворачиваем и провязываем их вместе лицевой с наклоном влево за заднюю стенку. Дальше вяжем 9 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И мы связали раппорт нашего узора. У нас сейчас в раппорте осталось 10 петель. Затем повторяем раппорт сначала. Вяжем убавку, снимаем 2 петельки, разворачиваем и провязываем 2 петли вместе лицевой за заднюю стеночку. 9 лицевых. Лицевые провязываем за переднюю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И мы связали еще один раппорт. Итак, повторяя этот раппорт, будем вязать до конца девятого ряда. Делаем убавку в начале каждого раппорта. Довязав девятый ряд, у нас на спицах осталось 110 петель. Вяжем следующий десятый ряд. Десятый ряд вяжем без убавок. Провязываем все лицевые петли. Лицевые петельки вяжем за переднюю стеночку. Итак, лицевыми петлями вяжем до конца 10 ряда.
11 ряд. Первые 3 петли провязываем лицевыми. 1, 2, 3. В этом ряду мы будем делать по одной убавке в каждом рапорте. Следующие 4 петли снимаем на дополнительную спицу. 1, 2, 3, 4. И оставляем эти петли за работой, за вязанием. А 3 следующие петли с левой спицы провязываем лицевыми. 1, 2, 3. Затем возвращаем петельки с дополнительной спицы обратно на левую. 1, 2, 3, 4. И в этих 4 петлях нам нужно сделать убавку. Первые 2 петли провязываем вместе лицевой за переднюю стеночку с наклоном вправо. И мы сделали убавку. 2 лицевые. 1, 2. И мы связали раппорт нашего узора. Затем повторяем раппорт сначала. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Следующие 4 петли снимаем на дополнительную спицу. 1, 2, 3, 4. И оставляем их за работой. А 3 следующие петли с левой спицы провязываем лицевыми. 1, 2, 3. Затем возвращаем на левую спицу петельки с дополнительной спицы. Их у нас 4. 1, 2, 3, 4. И первые 2 петли провязываем вместе лицевой. Вяжем их вместе лицевой за переднюю стеночку с наклоном вправо. Делаем убавку. Две лицевые. 1, 2. И мы связали еще один раппорт. Итак, повторяя этот раппорт, вяжем до конца 11 ряда. Теперь у нас в каждом раппорте будет по 9 петелек. Довязываем 11 круговой ряд. Довязав 11 ряд, у нас по кругу осталось 99 петель. 12 ряд вяжем без убавок. Провязываем все лицевые петли. Лицевые петельки вяжем за переднюю стеночку. Итак, лицевыми петлями вяжем до конца кругового ряда. Довязав 12 ряд, дальше будем вязать макушку лицевой гладью и продолжим закрывать петельки. Первый ряд. Провязываем в начале ряда 2 вместе лицевой с наклоном влево, снимаем 2 петельки, разворачиваем и провязываем их вместе лицевой за заднюю стеночку. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И мы связали раппорт нашего узора. Затем повторяем. Снимаем 2 петельки, разворачиваем и провязываем 2 петли вместе лицевой за заднюю стеночку с наклоном влево. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И мы связали еще один раппорт. Итак, повторяя этот раппорт, будем вязать до конца первого кругового ряда. Довязав круговой ряд, у нас по кругу осталось 88 петель. Вяжем следующий ряд. Теперь будем делать убавку и провязывать 6 лицевых петель. Снимаем первую и вторую петельку, разворачиваем их и провязываем 2 петли вместе лицевой за заднюю стеночку. Делаем убавку. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы связали раппорт нашего узора. Затем повторяем сначала. Вяжем убавку, снимаем 2 петельки, разворачиваем и провязываем их вместе лицевой за заднюю стенку с наклоном влево.
6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итак, повторяя этот раппорт, будем вязать до конца второго кругового ряда. Довязав этот ряд, у нас по кругу будет 77 петель. Вяжем убавку и 6 лицевых петель до конца ряда. Третий ряд. Делаем убавку, а дальше вяжем 5 лицевых петель. Снимаем первую петельку и вторую с левой спицы. Разворачиваем их и провязываем 2 петли вместе лицевой за заднюю стеночку. Дальше вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И мы связали раппорт нашего узора. Затем повторяем. Снимаем первую, вторую петлю, разворачиваем их и провязываем вместе лицевой за заднюю стеночку. Дальше вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И мы связали еще один раппорт. Итак, повторяя этот раппорт, будем вязать до конца третьего кругового ряда. У нас было 11 кос, теперь будет 11 клиньев. Каждая коса будет наш клин. Итак, продолжаем повторять этот раппорт до конца третьего ряда. Вяжем убавку, а дальше 5 лицевых петель. Довязав третий ряд и сделав 11 убавок в ряду, у нас получится по кругу 66 петель. Довязываем третий круговой ряд. Четвертый ряд. Вяжем убавку, а дальше 4 лицевые. Снимаем 2 петельки с левой спицы, разворачиваем и провязываем 2 петли вместе лицевой за заднюю стеночку. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Мы связали раппорт нашего клина. Затем повторяем сначала. Снимаем 2 петельки, разворачиваем и провязываем их вместе лицевой за заднюю стеночку. Делаем убавку. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Итак, повторяя этот раппорт, будем вязать до конца четвертого ряда. Довязав четвертый ряд, у нас по кругу будет 55 петель. Вяжем убавку, а дальше 4 лицевые петли. Пятый ряд. Первые 2 петли провязываем вместе лицевой за заднюю стеночку. Снимаем 2 петельки, разворачиваем и провязываем их вместе лицевой за заднюю стенку с наклоном влево. Дальше вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. И мы связали раппорт нашего узора. Затем повторяем. Снимаем первую петельку и вторую. Разворачиваем их и провязываем вместе лицевой за заднюю стеночку. 3 лицевые. 1, 2, 3. Итак, повторять этот раппорт будем до конца пятого ряда. Довязав пятый ряд и сделав 11 убавок в ряду, у нас по кругу будет 44 петли. Довязываем пятый круговой ряд. Шестой ряд. Вяжем убавку, а затем 2 лицевые. Снимаем первую и вторую петельку, разворачиваем и провязываем 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку с наклоном влево. 2 лицевые. 1, 2. Затем повторяем сначала. Снимаем первую и вторую петельку, разворачиваем их и провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку. 2 лицевые. Итак, повторять будем до конца шестого ряда. Всего в ряду мы сделаем 11 убавок. Довязав шестой ряд, у нас получится по кругу 33 петли. Вяжем убавка, затем 2 лицевые до конца ряда. Довязав шестой ряд, у нас по кругу осталось 33 петли. Дальше будем обрезать ниточку, оставляя сантиметров 15-20, и будем стягивать получившееся отверстие. Нам нужно на рабочую нить переместить все петельки со спицы. Берем иголочку, вводим нить в иглу и будем перемещать петельки. Начинаем с первой спицы.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Первую спицу мы переместили, откладываем ее в сторону. Начинаем со второй спицы перемещать петельки на рабочую нить. Откладываем вторую спицу, третья спица, и последняя, четвертая спица. Перемещаем петельки на рабочую нить. Переместив все петельки, стягиваем получившееся отверстие. Стягиваем потуже. Выводим рабочую нить на изнаночную сторону. И стянем отверстие с изнаночной стороны. С изнаночной стороны нам нужно зафиксировать рабочую нить, чтобы вязание не распускалось. Пройдем еще раз по кругу наших оставшихся петелек. И пройдя еще круг, фиксируем нашу рабочую нить. Делаем петельку. Вводим иглу внутрь петли и затягиваем. И повторим еще раз. Делаем петельку. Вводим иголку внутрь петли. И затягиваем. Оставшийся хвостик прячем внутри вязания. И обрезаем рабочую нить. Выворачиваем шапочку на лицевую сторону. И с помощью иглы нам нужно спрятать хвостик с наборного ряда. Прячем внутри петелек. И идем по косой линии. Через изнаночные петельки. Лицевая петелька. Идем внутрь по лицевой петли. А оставшийся хвостик обрезаем. И наша шапочка почти готова. Осталось только привязать помпон. Можно сделать из ниток помпончик, а можно использовать уже готовый. Я буду использовать уже готовый помпон из чернобурки. Прикреплять буду с помощью крючка. Беру крючок, вожу рядышком возле отверстия, которое мы только что стягивали, и подхватываю один шнурочек из помпона, вытягивая его на изнаночную сторону. И напротив этой ниточки мне нужно вытащить еще одну ниточку.
Ввожу крючок, подхватываю вторую ниточку и вытягиваю на изнаночную сторону. Выворачиваем нашу шапочку. И два хвостика нам нужно связать между собой. Завязываем на два узелка, чтобы помпончик хорошо держался. И наша шапочка уже с помпоном и готова. Можно шапочку утеплить с помощью флиса. Как пошить флисовый подклад, можете посмотреть по ссылке, которую видите в описании.